Ростов, Локомотив, а до этого, нет, до этого нет. Нет, до этого, до этого нас судьба не сводила. К счастью. Да, да, да. А ты как приехал? Не тренировался? Да мог бы на поезде выехать спокойно, через сутки, да, люди ехали. До Мюнхена? Ну нет, до Венера ездит. Это который в Ниццу едет или куда-то. А, наверное, быстрее. Он до Ниццы или до два дня едет. До сюда сутки могут спокойно. Пойдем. Тут еще, кстати, грибы растут. Да, но грибы-то не вырубят. Главное это, языком не по ним не пройти. Вот это где 6 месяцев точка. Вот знал это. Год за два. Типа вынул как? А вас за полтора? Такой взял? 6 месяцев. Что сейчас его? Мы ехали с ним, уже смотрели. Решали, как поехать, что поехать. Твой дом в России видел, да? Так делал, потому что боишься чего-то. Тогда только на вертолете можно. Да, Миша, домик. А ты чувствуешь, да, что он вам ловится? Да, волнение. Руки дрожат. Так, не волнуйся, все нормально, что это же не страшно. Я просто снимаю. Готов уже Олежка лежит.
А где одежда? А где душ? Надевал-то там душевые. Хорошо, хорошо. Thomas Schmaltz mit dem Assistenten Ljubljana Meier und Senker Romehoček.